Товарищи танки. Кстати, япончик, по-моему, хотел идти. Чё, не пойдет? Онлайн его пока нет. Манули всех, кроме Алоэ, так что пульти трэш. Кто танк, тот пулит. Войт, вон народ, вдвоем пускай танчит. Вы без меня минут 10-15 максимум справитесь, нет? Че у нас хила? У нас 4 хила вместе с тобой. 3 хила, ребро прохилит, ничего страшного. Народу в рейде меньше, меньше хилить надо. Слышно, нет? Да. Да. Да, Сереж. Вы что, дальше в 20 тел пойдете, либо будем после трэша ждать? Ребро мы убьем, леди мы тоже. Мы весь первый квартал так убьем. Это же леди в 20 тел мы не убьем. 4 хила и минус 4 дд. Убьем. Слушай, все в Т5. Убивается. Чуть дольше, но это все пройдется. А там вон Сантей придет, еще может кто появится. Хила можно спекнуть одного. Ну да, жена не есть. Нет, хила я спекну в таком случае котенка на одного босса. Разбейте. А ты это, ты АФКшить можешь, ты же собирался. Да, мне нужно убьет. Жену встретить. О, у меня уже это грохнули. Пойду жену встречу, она говорит, бля, сумки тяжелые, выйди к остановке с работой. Давай. Давай, сейчас. Лево, жук тотем. Отведите его ко всем, пожалуйста. Он не идет под люка. Что-то он очень долго трэш бьет, у меня же мана заканчивается. Народу мало. Девушка, ты называла? Нет, она. Ловушка. Я
большого заберите, пожалуйста, там, там, получила, получила. Вася, старайся, там мимо. А, я не могу справку. Не помню. А, ладно, нормально, нормально, нормально. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Чё, Лоев и Кашет, у него какие-то проблемы или что? Попробую достучаться. До небес? До звезды. А народ, у тебя это, сколько чарок кожевки на резистов? 4 или 5 все есть? У клинка не. Все 5, да? Мы же эту природу не юзаем нигде. Но просто можно юзать природу. Да, блядь, брехня. Там дамаг на профи 97% физуха. 97% ты пропал. Физуха, физуха, физический урон. Понял. Ну я смотрел, там сапрота нет смысла пить. Хотя я в кукле был. Получается, этот от куклы АОЕшка по 2000 там, блять. Это магия тьмы. Ну там. Хуйня. Ну и лужа, ну лужи не стоит, все. Слизень вроде как природа, зеленый, а красная тьма. Не отвечает. А что такое? Так всегда будет или что? По какой причине, Рафика? Лоис собирает вообще осколки в этот день. Соответственно, он зашел тут ненадолго. Буквально на два босса. А Лои осколки собирает? Причина-то... Я отходил, извиняюсь. У меня был байер, он отморозился, я хотел на доледи. Го вред для приличия.
сейчас, секунду. Слишком далеко. А мне чего волноваться, Монород? У меня эти есть и все, мне пятый не нужен. Алло, я тебя самонуть? Я уже самонуть уже. Че я брал? Ну на того босса пропустит, он отошел. Говорил это. Давайте чек на пол. Че, кто танчить будет? Не в ДД? Автобус жду, сейчас подъедет, с женой до дома дойду. В ДД прыгнуть пока еще? Ну давай в ДД. Босс я Лоис, народ он. Вы на ребре или на леди сейчас? Да, ребро. А, ну этого-то убьет. Оль, я в 2-2. Я в 5. Алекс, чего не хватает? Я скоро пиво закончится, а вы все до сих пор думаете. Будет, не будет. Алекс, чего не хватает? Алекс, дает плюс. Плюса не хватает, Алекс. Вперед, танки, блин. Сил на шипе снимите. Есть так, первый босс манекен. На леди втором сейчас могут быть проблемы. У нас магов прилично по овцу, да и нормально будет. Так. А не тот, а что-то нажал. Когда лутер на тебя кидает, нажимаешь нет. Себе перекидываешь его. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы.
кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Кого заходишь, на хата? Да, да. Что-то народа не прибавилось. Сережа, ты уже тут? Элдро? Нормально. Вон Блэкгивер, он разве вечерний? Ну, с Хардом какие-то проблемы, он сказал, в ближайшее время рейдить не может. Фисял был, что-то лохнулся. Он не вечерний? Фисял был в дневном. Рейдить его... Ну да. Падал на леди, точно помню. Его... А народ, давай слева три моба твоих, а мы тут справа. Ну что, все готовы? Нелик, чего не хватает? Сейчас плюс поставим. Че, готов? Давайте там отчет или что. Кстати, Нелик, как дела там? Чуть давно тебя не слышу. Микрофон, блядь. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Что
все выделся. С левой стороны кто-нибудь помогите, ну там двое с народу, больше никто не бьет. Вы фанатиков не водите через рейд, они клевы. Это был ваншот. Котенок, поднимай Редвара. Дарт, сам встанешь. Геру сдавать, нет, да? Что-то спул надо было. У нас там КД было. Трэш бить там надо, если что. Все активно по трэш играют, приоритетно. Снова выйдет 3% у босса. Уходит, могу. Заберешь войт босс. Покажи чужакам мощь нашего господина. Пришла пора взять все в свои руки. Ты не в сил противиться моей воле. Слева, слева, трое что. Держи там. Мне бы просто снять. Диспаун, дайте. Муратосин же, наверное, поднимает. Ни одного танка нет, Миш. Надо набирать огромного босса кому-то. А, воинов. Дайте Сариу под Лорус, если есть возможность. А, пала нет. Диспельте, диспельте. А в суд диспельте. Женой, подними котенка. Ты не в сил противиться моей воле. За духами смотри, сейчас зарвётесь. Еще БР, не? По-моему, БР больше нет. Алло, я пульчик.
Иди. Подольше сам. Если есть стимер, по шторму закиньте после контроля, пожалуйста, через 3 секунды. Лось, дай бомжей, добьем босса уже. Блять, так классно, когда столько народу нету, да, никто духов лишних не ловит. Удобненько. Штаны выпали, блять, с арбалета. Наконец-то. Хорош, ГЦ. Вага. То, что... Чего? Че, я уйду, Вага? Да, иди. А с полотна? Сейчас, секунду. Да не, ты не спеши, как просто. Войт, а ты чё как два духа-то словил? Ракш? Да. А, ты танчил? Ну это хуйня тогда. ГП, на. 23 мы убили, да? Нормально. 22 был. Блять, я забыл Байера взять и тапки выпил. Так он, может, не онлайн? Да он мне писал 5 минут назад. Ну напиши, что один хуй не выпали, пусть не расстраивается. Сейчас дом в дискорде сидит. Так он не может тут сидеть. Чего? С этими штанами ходил, да? А. А кто его осколки дальше лутает? Шторм, да? Да, шторм сейчас лутает. У вас там бой, что ли? Да. Ну, не у всех. Могу шкаф поставить, если надо, я не в бою. Чё тебе, кстати, на ханта осталось? Лапки сырыски. Всё? Добись? А шею ещё скельта свой плащ с этого Солара. А кто у тебя больше дамажит, хант или вард? Я не умею РДД играть. Просто по кайфу качну в отдел. БМ хотел кое-что какой-то дерьмовый. Ну если что, играй в Сурве в ПВЕ ММ для пососов. Войт, перекинь лутера на шторму, чтобы он забрал. Блять, пока бой не получается. Для подсосов. Сейчас дракон упадет. Я не танк, если чё, блядь. Бой прошел, типа, да?
Да. Да. Что-то странно. Что, забрали там, не? Да. Да, дай лутера обратно. Да. Короче, био отошел, запустите еще. Сейчас она паузу. А народ куда ушел? Он на ФК на час, он предупреждал удары и дышу. Будем вдвоем танчить, что поделать. Ребята, есть в рейде, кто кому объект нужен? Понял. Готов. На том корабле будешь, запускай. Ага. Кровь и гром. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня